Poważne otoczenie. Nie chuja. Znaczy, jak coś taką art zabłąbieną. Receive. A Flexus to Flexer? Chyba za to. Дикий чили бамбубер. Да, блядь, нет, был тип флексер, суперстар, по-моему, да. Да, я понял, разные люди, разные личности. Не путать. Че, у тебя микрофон так и не врубился? Алло, о, чу, блядь. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Что, уже началось, да? Ну все, да, поехали, все, микро включил, поздоровался со всеми, блядь, поговорил, о чем надо. Да, мы тут решили, что конкурс переносится на 2 месяца. Точнее, на 2,5. Да, около 3. Чтобы больше было работ. Больше было работ, мы посмотрели, что вы хорошо делаете работы, что мы узнали, что вы все прокрастинаторы, и распиздяи, и вам чем больше времени, тем лучше. Иначе, как вы объясните, что за самые последние вот несколько дней, за срок, вот буквально позавчера было 140 комментариев под постом, сейчас их 280. У нас накопилось, дайте-ка на секундочку, 76 тиктоков. 76 тиктоков. Че, ебанутый? Ты что там делаете? Кстати... За последние несколько дней. Там есть тип, который все тиктоки прокомментировал. Я посмотрел, когда я копировал ссылки. По-моему, да, я не уверен, но он каждый прям откомментировал с оценкой по 10-бальной. И там, ну, его в какой-то момент, видимо, заебало, и он уже там стал писать, типа, это отсылка к Путу из 10, шутка про Алисона из 10, непонятно из 10. Ну, 76 за последние несколько дней, чтобы там они увеличились в квадрате, в кубе, в периоде. А, так погоди, чё? Я понял, блядь, это Goodboy все прокомментил, скорее всего, и вот на каждый пост, считай, по одному комментарию он добавил. Ну, это... Чё? Как TikTok факториал умножить на TikTok факториал. Блять, короче, непонятно, каким же. Когда-то каким хреном их так много стало. Ну, будем. Бой хороший, он нас водил по этому по GTA 5. Бой хороший. Водил нас по GTA, нам такие прикольные режимы ставил. Он хороший бойчик. Хороший. Там так и написано Goodboy. Не пиздит. Так. Бой. Че у меня, блядь, в натуре? 0 зрителей. Я не могу начинать, когда меня никто не смотрит. Я чувствую себя одиноко. Где, блядь, все зрители? Ну-ка, обновлюсь. Привет, привет. Привет, панда, привет. Нет, 0 зрителей, и все, хоть сдохни. Так, сейчас, секунду. Давайте подождем еще несколько минут. Все подойдут, все подлетят.
Короче, да, оказалось, что работ на конкурс много, что все любят прокрастинировать, что всем нужно было вот это вот последний дедлайн и чуть-чуть еще после него. Будем оценивать, насколько все хорошо, весело, смешно, кто победил, кто проиграл. Ссылки говорит, ча, не работает накрутка? Ча, не открывается. А, ну это еще, кстати, я копировал просто все ссылки, которые были тиктоковские, поэтому если я что-то где-то пропустил, вы напишите, ну, когда смотреть будем, там уже под конец подойдем, я думаю, вы увидите. Если вашего тиктока нет, я его каким-то образом проебал, может быть, его там на YouTube заливали или что-то такое, вот, напишите, потому что я просто копировал все, что под глаза попадалось. Да, я отходил. Две копеечки падает. Значит, смотри, еще какая проблема. Смотри, какая еще проблема. Мы, значит, решили так. Мы будем запускать по два ТикТока. То есть, как в турнирной таблице. Да. Один смотрите вы, другой я. Короче, два ТикТока в турнирной таблице. Два ТикТока. По два ТикТока запускаем. Один из них проигрывает, вылетает нахуй. Второй остается. И вот так мы сокращаем. За один заход у нас станет... Так, подожди, сколько у нас тиктоков? 76. Я же не считал уже. 76. Да. 38 тиктоков. Третий проход остается 19, потом 9. Итак, потом... мы, да. А из 9 тиктоков вы уже будете выбирать. Из 9 последних тиктоков вы будете выбирать с помощью голосования в паблике. Наверное, вот так, скорее всего. Значит, мы еще там сетку лазеров сделаем, переигровки, вся хуйня. В общем, мы здесь часа на 4 минимум. Сетка лазеров, мы их потом говном закидаем. Послушайте, я хочу единственное, что... подожди, Коля, а как мы сделаем, когда дуэлянты, да, рандомные, просто в каком-то либо порядке? На самом деле нет, дуэлянты будут по мере загрузки этих тиктоков, то есть первые, последние. Да. Короче. Что, как мы сделаем? А как мы сделаем, когда один ТикТок будет попадаться со вторым, который фейк ТикТок, который к нам не относится, и вообще там есть таких штук 10-15 точно ТикТоков, которые вообще типа не даже. Подожди, ну это ж ничего такого. Ну, то есть мы сразу просто убираем этот ТикТок. И все. Вот, да? Остается один, да, и он в следующем раунде все равно будет уже соревноваться с кем-то уже попизже. Вот, поэтому если он хуёвый, то он так и так проиграет, а если он пиздатый, то так и так выиграет. Ну да, но это, конечно, для того ТикТока, который выиграет, это карт-бланш, он ни с кем не борется. Ну, в принципе, это норм. Это бан. Но в любом случае, в следующем шаге он уже будет бороться, так что... Ой, хорошо. Так, сейчас, секундочку, мне надо еще зайти сюда, проверить кое-что. Ага, ебать, Макс с тиктоками обрыгался. Так. На неделе приснилось, федеральный розыск попал за кражу, был несколько месяцев в бегах, слава богу, проснулся, сразу полегчало. Нихуя себе. Мне приснилось, что у меня есть... скрываемый от меня старший брат, и я с ним увиделся, и он был, сука, здоровый, блять, кабан, и он был злой, как бык, нахуй пыхтел громко на меня, мне было так страшно и дискомфортно рядом с ним, я так бате еще робко подошел, сказал, пап, ну какого хуя, ну, же меня, ну что на самом деле, ну. Этот. Сиюги вообще огромный какой-то непонятный, бесформенный, просто пиздец. Аморфный, да. Так. Лавкрафтовский брат, вот. Если два пиздецки пиздатых... Ну, мы же говорили, что там будут вот эти скрытные призовые места, вылезающие из-за угла. Так что, если будет супер пиздатый какой-то ТикТок, то, ну, что-нибудь придумаем там. Максим сейчас при бабках, он говорил, у него вообще там все в шоколаде. Да, нам нормально, у меня все. Унитаз в шоколаде. Так, сейчас, секундочку. Брат Шамблер. А у лавкрафтовского брата есть лавкрафтовский код? Да. Спасибо.
Все, окей, я готов. Ага. Говорит, бля, говорит, ты мне снился, и ты ролплеил бомжа с ковидом и пытался что-то обменять у меня. Меня чуть-чуть напрягает. Если счетчик не видит зрителей, он типа вообще не видит или только не отображает? Да, я думаю, не отображает. Спасибо, Троллобот, за подписку. Ну ладно, я надеюсь так. Это странно. Написать, как думаешь? Да похуй. Похуй, ко мне вопросов по онлайну не было уже там последние полгода, по-моему. Ну ладно, в принципе. Ноль и ноль, мне до чего. Никто не пришел на конкурс ТикТоков. Никто не пришел на конкурс ТикТоков. А мы готовились, мы купили конфеты. Раздать хотели. Конкурсы разные. Блин, не надо, сейчас буду плакать. Это у Boss Wake Up Zero Viewers. Wake up. Давай, может, это начинать по чуть-чуть хотя бы, потому что там до пизды работы. Давай, потому что я пытаюсь оттянуть за яйца, потому что меня напрягает эта система с нуля зрителями. Так, сейчас, мне еще нужна одна секунда. Вот наша табличка, вот наш столбец. Сейчас мы будем открывать по одному. Ахах, пенис. Ахах. Это Пут нарисовал, кстати. Ахах, член. Я вот, блядь, с ТикТоки собрал, а Дима член нарисовал. Пенис. Вложились пополам. Сейчас. Угу. Красивый пенис, Миша. Симметричный. Но яйца маленькие какие-то. Awesome balls. Nice cock. Все, так, я здесь. И мы, значит, можем начинать. Да, так, нам только часть. Да, сейчас я вам все застримлю. Так, а как бы вам это все сделать? Погоди-ка. Все, значит, просто начинаем смотреть, да? Просто раз и начинаем. Да, раз и начали, типа как. Ну так. О, сейчас, секунду. Угу. Покажи. Все, Света мне ответила, сказала, что все норм, это просто счетчик лагает, и потом с ним все будет хорошо. Так. Я не знаю, как-то наш может быть какой-нибудь, ну, так. Торжественное. Фанфары, вступление. Фанфары. Так, подожди, блядь, я написал. Торжественное вступление мне открыло торжественный вечер по случаю 300-летия Кузбасса. Я не смог сделать себе музыку. Сейчас еще раз. Фанфары. Так, торжественные фанфары 1. Поехали. Это такой фанфар, я хуею, блядь. Отлично, эта хрень идет 2 минуты, я не буду столько слушать. А еще я быстренько закрою окно, у меня сосед под окнами орет, он собаку в нашем дворе потерял. Сейчас, секунду.
Алло? Алло. Что ты сделал? Это придурок. Просто придурок. Выключи это, пожалуйста. Сука. Ты починил? Кого чего? Уберите свастику. Да все, я починил. Но я же вижу, что она там. Да я починил. Раскрой, блядь. Слава, слава богу. Ну ты бла-бла-бла, метла. Там клитор был, это явно хуже. Клитор это, братан, клитор это объект любви, притяжение глаз. А свастика это, сука, смерть. Это мерзкая смерть. Это было вообще не в ту сторону, по-моему. Пожалуйста, да какого хрена это такое? Уберите нахуй это с таблицы. Это Дима, это не я. Вы видите, на мой издеваться вы хотите? Меня посадят из-за вас, блядь, я не хочу сидеть из-за свастики. Вы что, гоните, что ли? Это символ смерти, это символ ненависти. Не одобряю, опровергаю. Запрещаю, обнуляю, вы все обнуленыши, нахуй. Ну все, фанфары были, поехали. Первый ТикТок. Готовы, пацаны? Так ты нам-то расшарил. А, ну да, ну да. Сейчас я его сначала включу, чтобы было что расшаривать. Так. Идет? Да. Да, да. По рукам идет? Так, оп. По теклам текло, в рот не попадало. Ноль из десяти. Хуйня, ТикТок. Все, тихо, пацаны. Работаем. Сука, ты че, сука, делаешь, блядь? Ты че со мной делаешь, блядь? Что делать-то? Меня кот выебал. Вот это называется EasyVR. Пожалуйста, отличный спидран от отличного человека. Блять, все-таки подпрыгнул, но это не сильно не помешало. Конечно, ведь я подпрыгнул в обратную блядскую сторону. Сука, блять, умен не по годам. Ой, надо просить прощения у отца. Не делаем поспешных выводов, ребят. Во-первых, здесь соблюдены все каноны ТикТока. Видос похож на видос из ТикТока. Это не что-то, а именно видос из ТикТока. Я таких в ТикТоке вижу тысячу раз. Это даже ТикТок из ТикТока. Это даже самый ТикТочный ТикТок. Так что погодите, давайте-ка. Нормально все. Goodboy 350 везде, по-моему, откомментил, да? Заряжаем второй. Я с этого не могу, нахуй. Кто это? Это Стасовскет же. Стасовскет. Это Стасовскет? Отлично, отлично. Можно еще раз посмотрю? Ты знаешь, я вижу после твоей вот этой фотки в пижаме, как будто бы тебя избили, как будто тебя ёбнули по голове сковородкой, утром там проснулся. Да-да-да, с бадуна какой-то убитый. Сделали. Хороший ТикТок. Так, по нашим правилам мы должны выбрать один из этих двух, да, все-таки всего лишь один. Блин, жаль, что первые два столкнулись такие, которые не хотелось бы прям откидывать. Да, да. А мы можем дать первому карандашик этот... карандашик. Типа первый, который будет не относиться к нашим ТикТокам, будет заменен на вот этот первый. Давай, как-то жопа растягивается. Жопа растягивается, да? Честно, он мне понравился. Мне он тоже понравился. Ну, в чате сразу так нахуй слайд. Я не имею права тут говорить, потому что второй ТикТок со мной, но в чате все пишут вот второй. Но второй реально смешной. Но подожди, вот я понимаю, что сразу первому карандашик давать это чревато, что мы сейчас каждому начнем давать. Но вот давай сейчас буквально еще. Давай смотри, если мы следующие два смотрим, и вот там нет такой ситуации, то тогда мы первого карандашиком записываем. Все, если хорошо. Там такая же хуйня, то мы будем на каждом так. Да. Куля, а ты можешь чем-нибудь пометить эти ТикТоки, либо так я помечу? Не-не, ты вот так вот делай просто. Тут, ну, следующую копируй. Вот так вот делай. Вот так просто делай, и все. И спина болеть не будет. Так, ладно, поехали. Следующая пара. Так, я эти закрываю сразу, да? Следующая пара тиктоков.
О, нет, ой. Гудбой, бишь, бананчик. Гудбой просто выполняет свою работу. Ну, окей. Ну, окей. Тогда первые два проходят или как? Не, погоди, погоди. Мы вторую пару надо столкнуть сначала между собой. Погнали. Так. Лемон. Лемон. Окей, первые. Эти два не проходят. Те два проходят. Окей. То есть, подожди-ка, это точно мы скипаем, типа, какой нахуй? Лемон, ёб твою мать. Я считаю, первые два проходят, эти два в ней проходят. Да, да, я согласен. Да, можно я поставлю, это был четвертый ТикТок, который я включал, да? Можно я ему... Это третий, четвертый, да. Так, я минусик поставлю четвертому, типа того, или как это сделать, да, минусик такой ставь, маленький. Ставь. Маленький, если я сдаму огромный в ебу минус. Мне так, кстати, учителя в школе делали, типа, знаешь, три с большим минусом и на весь, сука, дневник полоса. Я первый тогда переношу. Так, да? Все. Так, окей. Значит, а третий вот этот вот. Третий, получается, оставляем, да? Братан, с бананом? Я бы... Банан... А, ну все. Значит, два первых ТикТока работают. Все, окей. Да, дальше. Все, два первых ТикТока, они ближе к правде, чем вот эти. Проходим пятый ТикТок. Следующая пара. So if you've had enough. Это миленько, тут даже чату сердечки сделали. Вы думаете, мы еще встретим тех, кто где чату сердечки сделали? Типа, и чё? И чё? Ах ты, сука, послушай меня. Пока у тебя нет завышенных ожиданий, у тебя нет разочарований. Вы что тут ждете, что вы все пузо порвете? Видите, вот ребята обратно сердечки отсылают. Все, not bad, следующий. Сталкиваем. Новенькая подводка, я накрашу себе стрелочки. Самая красивая, приду на перестрелочку. Без любимого ножа не выхожу гулять. Ты правда думаешь, что меня можно напугать? Блядь, прикинь. Я на вас один думал, при чем тут, блядь, вообще? Мне в ТикТоке насрали. Помоги. Кто мне в ТикТоке насрал? На самом деле, я что могу сказать? Я могу сказать только то, что Рейнер — это мой любимый персонаж из «Атаки Титанов», так что побеждает, естественно. Побеждает, естественно, там, где сердечки в чате. Ты сможешь это сделать? Шестой уходит в отрицалово. Так а твою мать, убери это, сука, убери это, блядь. Это Дима, это не я. Козел, сука, козел. Так а почему ты говоришь, мне делать, если типа ты просто, смотри, выделяешь левую... Я не буду. Нажимаешь правую и Ctrl-V, все. Больной, сука, в голову человек. Что мы, блядь, с него взять? Так, хорошо. Больной в голову. Да, так, хорошо. Следующая пара. Так, подожди, а что мы решили? Ну, да, первый, конечно. Первый. Пов, ты выиграл против Тайнакова. Так, там еще один тип скилл. Ты играл, блядь. Как я мог сказать такую хуйню, что я выиграл против Тайнакова? Ну ладно, слушай, это имеет место быть. Это хотя бы мем. Да, это видео. Это хотя бы видео. Давайте так. Следующее. Восьмой. О, это хороший. Это очень крик. Пес, у меня есть вопрос. Где стрим, хуесос? Здорово, блохастый, есть разговор. Где твоя честь и как смоешь позор? Ты вроде базарил, что ты Текен бог. Но вот же лол грустно, тебя пиздят в Текене, пиздят все, даже гром пуза. Пока дуешь в хуй, Алисон рубит кэш на свой малый Бангкок. Хотя чему удивляться, если твой любимый прием — слюнявый дракон. Не смог пройти DS-стрим на стриме жесть. Твое имя Макс, твоя одежда шерсть. С такой чистотой стрима будешь чистить толчки. В соседней комнате баба стонет, путрыгни. Слышь, убийца героев ПЛ1. Скольких ты уже убил, так тебя школьник осадил. Ген.
Пацан красиво зачитал для бати. Душевно, душевно. Дай ссылку в Рошмакс. Победитель. Ну, блин, это, блин, ну, блин, пары. Блин, блин, это, конечно, сильно. Это и постарался, это и сделал, это и чат оценил. Все, ну да, ладно, скажем так. Ну, конечно, люблю Тайнакова. Ну, по-честному, по-честному. Так это не он, где? Не-не-не, я про другой ТикТок. Так, 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 окей, что там? А я считаю, второй прошел, первый, прости. Да, да. Подожди, вот, я что-то не то сделал, братан, а ты можешь так управлять с этим? Да, 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 я сделаю еще. Ага, ага, хорошо, а то я не особо Excel-щик. Акселератор. Так, здесь прочерки. Длиннющие получились. Так, девятый. Следующая пара, девятый, десятый. Скрипку мне сделай. Как это там хуйня называется? Слышали такую хуйню? Хуйня. У меня снова 2 миллиона 845 тысяч 680 зрителей. Да, но руки не опускаются. Я стараюсь и стараюсь. Simple Dimple, pop it squish, pop it squish. Доброе слово, заряженное слово. Сидите нахуй. Скрипку мне сделай. Я люблю пупы, не знаю, пацаны, это... хули ноль. Да, да. Концовка хорошая. Да, я люблю пупы, не знаю, пацаны. Это ритп. Она, все, мне все нормально. Просто говорит, закрашивай красным те тиктоки, что не подходят. Блин, ну, может быть, пацаны этим будут заниматься, пока я включаю тут и все такое. Да, типа, не, мы же уже выносим, все нормально. А, ну давайте тогда я просто буду включать, а вы сортировать, да? Так нет, поле, типа поле вся система, все нормально. Все настроено, работает. Все работает, все, смотрим дальше. Смотрим дальше. Говорит, 3-4 не больше, 5 из 10. Некоторые дают 8. Раз бери доктор, вообще 10. Ладно, окей. 10-й. Столкновение. Поехали. Покемампус, мука поняли. Покемампус, покемампус, коньяк такой, а? Покемампус. Мне. Ну жутко, бля. Гота пя бирака гуляку. Они, при, они... всей, при всей любви к Разбери Доктору первый, по-моему, был посильнее. Ну, для да, меня да, лично. для меня они вообще на одном уровне примерно. Не знаю. Делай. Как это там хуйня называется? Слышали такую хуйню? Хуйня. Блин, ну вообще... Мне второй больше нравится. Второй больше нравится? Опа. Для меня прямо вот на. Вот, а, то есть у меня решающая получается, да? Ты за первый, Дима за второй. Чат, судя по всему, больше за второй. Смотри, вообще пупы не любят. Капец. В самим как-то более концептуально старались, больше редактирования какого-то там как-то. Оно покруче. Не, ну да, первый как будто набор таких мини-приколов, второй больше концептуальный, но как будто это уже все обыгрывали вот с этим, там, типа, где стрим, где видос. Блин, ну ладно, наверное, вы, да, наверное, вы правы, все-таки пуп на самую писюлечку, но посильнее. Разбери, доктор, братан, мы тебя все любим и обожаем, но, сам понимаешь, да, все по-честному, как бы, судя по всему, второй. Ой, судя по всему, первый, я имею в виду, пуп который, да? Я даже не знаю, как-то. Я бы сказал, либо ни один не проходит, либо второй. Пусть, сука, уже... Дима, как обычно, палка в жопе. Ну нет, говорит, нет и все, нет и все. Да, сука, я с теми согласовался с прошлыми. Делайте, как хотите. Нет, нет, почему? Мы твое мнение оценим, потому и как бы слушаем. Мы продолжаем дискуссию, если все так обстоит. Так, ладно, окей. Можно я быстро вентик себе включу, и мы сразу продолжим, а то я не могу соображать. Перегрузился, сейчас, секунду. Блять. Не, ну, конечно, хотелось бы всех пропустить, но у нас столько денег нет. Да. Но мне повезло, за меня будут бабки Максим вкидывать. Он мне все равно должен. Правда, он еще не знает, наверное, об этом. Да нахуй вам мои ножки, господи. Так, я на месте. Ой, блядь. Так, я на месте. Так, ну что решаем, блин. Я не знаю, сложная ситуация. Я не готов прям упарываться в то, что первый прям супер сильнее. Лично мне, ну, типа, меня спрашивают. У меня снова... Первый чуть больше понравился.
2 845 680 зрителей, да, но руки не опускаются. Я стараюсь. Мангагу хирюкку, а? Бля, братан. Первым, по сути, такая маленькая нарезочка, типа такой салат для котенка, и просто в конце прикольно сделано, типа идите нахуй, и все. Ну, реально. Ну, как будто хайлайтики такие маленькие. А второе как-то более полноценно выглядит. Да, ну во втором кнопочку притречили, как бы. Ну, по сложности монтажа и то примерно на одном уровне. Ну, он тут в первом там нету монтажа. Почему? В первом монтаж сильнее. Ну, да, возможно, вместе. Даже... Ну, так, типа, а ты взял втором? Кусок стрима, и это как пуп, типа, ты нарезал, тебе пришлось нарезать слова друг к другу, чтобы был еще какой-то смысл при этом. А на втором просто две картинки, две PNG-шки. Ну, ладно, я тут, короче, я себя вынимаю из этой ситуации. Между собой решайте. Блять, ладно, окей. Ладно, окей, это был 9-10. Давай, короче, записываем первый. Если сейчас следующие два будут вообще никакие, то мы вместо них ставим тогда вот второй. Погнали, окей, погнали. На карандашик. Mm-hmm. Типа. Так, что я записываю, mm-hmm. да, первый? Да, записывай первый. Mm-hmm. 10-й у нас пока неизвестен. Следующий. 6-я пара. Я, кстати, первый раз, когда смотрел, мне очень понравилось. Это нормально. Слушай, это то, что надо? Я даже не обижен. Очень-очень хорошо сделано. Мне очень нравится. Good boy, да мурашек. Очень-очень-очень кайфово сделано. Да, да. Которого растягивает воздухом, вообще охуенно. Да, да, это с душой. Это было прямо с душой. Так, окей, 12-й. На кой хуй он разговаривает? Заткнись, блядь! Кто? А ну скажи свой адрес. Говори свой адрес, блядь, пока я тебя, сука, не слышу. Молчит. Боится, блядь, потому что я, сука, боится меня, потому что я, если чё, блядь, я убиваю. Сколько ты уже убил? На кой в голову? Я хочу оба пропустить. Братан, вот если мы между двумя предыдущими решали и говорили, что если следующие будут два никаких, то там подумаем. А что если два следующих это два топовых? Да, есть такое. Окей, пропускаем. Похрен, действуем. Да, давайте действовать по ситуации. Обоих надо пропускать по-любому. Так, это какой, 11 и 12? Это 11 и 12, да. Я бы лично прошлые два не пропустил, потому что они вообще не на одном уровне с этими двумя. Ну да. Ну, короче, смотри, единственное замечание, что второй немного не тиктоковский формат, но типа прям охуенно оба. Но второй как будто должен быть на Ютубе больше, чем на ТикТоке. Он сделал видосик. Ну да. Ну ладно, скажем так, в этом случае, из-за того, что он хорошо сделан, можно не учесть, что он не ТикТоковский формат и все такое. Мне оба очень понравились, а прошлые два... Вы предлагаете удалить тот, 9-й? Ну они хорошие, да, но, наверное, 9-й и 10-й мы должны... Они все равно не поборятся с ними на полуфинале. Да, уже. Они никак не выиграют. Ну хорошо, да. Тогда мы... Конечно, ну, блин, я, конечно, не хочу. Чтобы мы могли все-таки дальше идти.
Мы 9 удаляем тогда. Силкин, у вас еще 60 тиктоков, вы такими темпами 5 часов стримить будете. Я вас не пойму, то стримить, то не стримить. Тебе что-то не нравится? Чем-то недовольна? Могло быть хуже, потому что нам в какой-то момент предлагали, о, Strafpol запустите, мы решим. Это вообще, блядь, до утра мы будем тут сидеть. Единственное, что я боюсь, это обидеть некоторых ребят, которых мы со счетом списываем. Но я думаю, все понимают, тут оценивается как бы все объективно, по сути. Это неприятное дело в конкурсах. Это неприятно. Просто, да. Я все всегда сваливаю, просто чтобы зрители решали, типа, я все, я ничего. Просто не переносите это ничего на личности, естественно. Да, да. Окей, поехали. Может, вы человек хороший, а видео у вас хуйня. Борьба за деньги идет, действительно. Все, погнали, погнали дальше. 13-14. Вот это ватермарка в конце. Кэпкат. 14. Заходит жук в аптеку и спрашивает: здравствуйте, а у вас есть мазь? А ему в аптеке говорят: да, если он говорит, заебись, намажусь. Да, бля! Заходит жук в аптеку. Ну, на самом деле, это не... Вот это все на самом деле хорошо. Бля. Не, ну первый посильнее, конечно, второй тоже хороший. И спрашиваю. Второй, я считаю, лучше. Оба с мопсами, оба два одинаковые опять по силе. Так, погоди. Вот это прям тикток. Вот это охуенно, что это прям тикток, потому что... Это прям, да, это прям тикток. Которая там сейчас в тренде. Окей, ну это хороший видос. Да. Есть мазь, а ему забеги... What the fuck? Как вообще выбирать, до скольки мы реально сидеть будем? What the fuck? Я не могу. Я за второй всеми ногами. Хотите, я буду жестким? Задуши меня, батя. Я за первый. Блять, так, окей. Ну вы интересные, будь вы, жестким. Конечно, да. Да, это мне обижать людей, да, вы в нейтралитете. Нет, хорошо. Нет, если бы ты сразу сказал, понимаешь, что кто-то бы третий остался. Тут надо просто первым сказать. Просто дело в том, что даже в чате тоже такой же разлад. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Ты пораньше высказывай свое предпочтение, и тогда на тебе это время не будет висеть. Да, да. Окей. Окей, я в следующий раз я скажу сразу. Ну, я. Если он говорит, заебись. Я не могу ничего сделать против музыки из нуждиков, так что. Этот. Я ничего не могу сделать. Так, это он, получается, какой был? Это он, получается, был 14-й, что ли? 14-й. Чекни 14-й. 14-й, да. А, все, я скопировал тогда. Так, все, поехали, 15-й. Этот мем, я просто обожаю этот мем. Окей. Я не люблю. Мне он так нравится, пиздец. Мне тоже, кстати, не нравится. Да пошли вы нахер. Давай сюда. Смотри, блять, почему они идут чисто парами? Опять чисто мем точно такой же. Ну давай. Да. Так, в каком ты классе? Вы куда звоните, я не пойму. В каком? А вы кому позвонили сейчас? Так, подождите, вы мама Никиты? Алло. Вы не туда попали, молодой человек. Вы мать Никиты? Какого Никиты? Никиты 2-2, который мне говорит, что лодка не выплывет. Баран ты, блядь. Блядь. Да. Слушай, и оба про лодку. What the fuck? Матрица. Матрица. Кто? Как он смог достать ту старющую запись 2-летней давности, где мы позвонили какой-то женщине? И этот про лодку тот. Вы можете себе поверить? Давайте, я первый высказываю. Бля, ну второй мне больше второй. Понравился. Я, второй. Первый мой любимый мем, но я так не могу. Я просто его буду сам пересматривать. Мне так нравится этот музыка и тип, который высирается в ускоренном движении. Да, блядь, все так прикольно выглядит. Тогда уже похуй, если оба за второй, то тогда похуй. Да, все, второй. Так, значит, теперь у нас какие... Подожди, что с чем? Что вообще с чем было? 17-18. Сейчас 17-18. Ага, 17-18, поехали. 17-й.
Или на змена тебе дал суд? Было бы легендарка Brawl Stars! Не выпало бы легендарка Brawl Stars! Я с первого раза понял, ладно. Так, окей, погоди, секунду. Да, это нормально, дистрактив мем, сейчас. Да, мем, потому что громко. Поехали. Катерина, загадайте число от 1 до 100. 24. Я выиграл. Ай, бля, я ее вижу. Вон она, забираем, это наша. Давай. Катерина, загадайте.